Непогода в Ноябрьске стала главной новостью этого дня. Порывы ветра сегодня достигали 16 метров в секунду. Как сообщили новостям нашего города метеорологи, причина непогоды кроется в циклоне, который пришел в Ноябрьск с северо-запада. Он сопровождается метелями, снегом и сильным ветром. Такая ситуация сохранится в течение сегодняшнего дня. Однако уже ночью ожидается ослабление ветра. По словам синоптиков, 20 марта в Ноябрьске ожидается 17-20 градусов мороза.